время озадачиться покупкой авиабилетов, если уже планируете летний отпуск и ищете выгодный вариант перелета. Практика показывает, чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов найти авиабилеты по низкой цене. Стоимость складывается из ряда параметров. 2/3 цены – это тариф. Он плавающий и зависит, например, от таких моментов. Возвратный билет или нет? Если невозвратный, то можно ли его обменять? Если возможен обмен, то с доплатой или нет? От этого происходит градация тарифов от минимального до максимального. Одно и то же расстояние вы можете купить билет, например, Пермь-Москва, от 3500 до 20000 в бизнес-классе. А в эконом-классе вы можете от 3500, получается, купить до... там, по-моему, до 12 тысяч рублей. Внимательно читайте правила покупки билета, все нюансы там прописаны. То же самое касается багажа. Одно дело вы летите с ручной кладью, другое с большим чемоданом. Если его вес значительно больше допустимого, дешевле оплатить перевес онлайн. В аэропорту это гораздо дороже. С багажом обязательно. Вот это существенная очень часть, чтобы не было неприятных инцидентов в аэропорту, чтобы, знаете, там они очень жестко ведут себя в настоящий момент. 1 килограмм перевес, и все, уже пойдете платить, переплачивать все это дело. Поэтому с этим надо разбираться сразу же на месте при покупке билета. Еще один существенный момент экономии на покупке – это полеты с пересадками. Они бывают на порядок дешевле прямых авиарейсов. Тут самое главное – очень детализированно, внимательно проваливаться и читать время стыковочное между полетами. Минус какой у этих билетов? Билеты покупаются на разные авиакомпании. А когда покупаете билеты на разные авиакомпании, есть риск не улететь. Вообще. По причине погодных условий чаще всего. Внимательно указывайте телефон при бронировании билета. Обо всех изменениях в расписании вашего самолета будут сообщать именно по этому номеру телефона. То же самое относится и к написанию имени и фамилии. Указывайте такую транскрипцию в билете, как в вашем паспорте. Если ошибетесь в букве, за исправление в лучшем случае придется доплатить, в худшем вас не допустят к регистрации, а значит и к перелету совсем.